В предстоящем сезоне волейбольный клуб Подмосковья войдет в чемпионат России под новым, а точнее прежним названием «Искра». Команда с 40-летней историей переходит в высшую лигу А. Это стало возможным после расширения лиги до 14 клубов. Подмосковная дружина теперь фарм-клуб команды суперлиги «Факел» из Нового Уренгоя. Такой неожиданный поворот открывает перспективы для волейболистов, которые будут играть за «Искру» в новом сезоне. На позиции капитана бессменный Михаил Бикетов, звезда российского волейбола, за плечами которого несколько успешных сезонов в команде «Факел». Команда профессиональная и с очень хорошей системой подготовки, которая у них налажена уже многие годы. Сотрудничество с «Факелом» и попадание в высшую лигу А – это звенья одной цепи. По выстраиванию системы подготовки спортсменов и тренеров, который занимается Подмосковный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта номер 6. Наставник «Искры» Сергей Алексеев поясняет, команда суперлиги станет высшей ступенью на пути совершенствования спортсмена, а начнется все с училища Олимпийского резерва. Мы выстроили систему вместе с «Факелом». Система, которая выглядит так. Училище Олимпийского резерва наше, да, молодежная лига «Факел», высшая лига А на сегодняшний день «Искра» Одинцова и суперлига «Факел». То есть все для того, чтобы, скажем, игроки могли расти. Этот год стал успешным и для волейболистов училища Олимпийского резерва номер 2. Как отметил президент Подмосковной федерации волейбола Игорь Наумов, сборные Московской области вышли в финал летней спартакиады молодежи. А генеральный директор Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта номер 6 Анна Диринг подчеркнула, повышение «Искры» в классе предполагает увеличение домашних игр. Мы на протяжении многих лет успешно взаимодействуем с администрацией Одинцовского района, волейбольно-спортивно-зрелищным комплексом. Учитывая тот факт, что высшей лиге А предъявлены более жесткие требования и проводимые игры будут организованы именно в волейбольном центре, конечно, наше сотрудничество будет более плодотворным, ярким, но в то же время и, конечно, успешным, как всегда. В обновленной «Искре» на позиции старшего тренера выступит Антон Асташенков. А отбор кандидатов в новый состав команды начнется 9 июля. Первый матч сезона «Искра» проведет 13 октября на выезде с командой «Самотлор», а дома сыграет в 20-х числах. Наставник «Искры» Сергей Алексеев заверил, состав команды обновится не менее чем на 2/3. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».